Обсуждение блокчейна. 6-7 сентября во Владивостоке, Россия, состоялся Восточный экономический форум. Как сообщает CoinIdle, на форуме обсуждалось будущее блокчейн и других новых технологий в финансовом секторе. Борис Титов, уполномоченный президента Российской Федерации по защите прав предпринимателей, высказался по поводу ICO и майнинга в России. По его словам, правительство считает, что майнинг в России необходимо разрешить и регулировать, потому что сегодня чипы новых майнинговых компаний позволяют разрабатывать майнинговые предприятия, которые автоматически будут получать процентные ставки в валюте майнинга. Также он отметил, что в России необходимо легализовать ICO в отличие от Китая, и считает запрет ICO неправильным.